Самолет МС-21-300 в рамках испытаний впервые выполнил ночную посадку. Прошла она успешно, оборудование отработало штатно. Проверяли работу систем навигации и посадки, а также световые приборы. Самолет выполнил несколько проходов над полосой с двух направлений и на разных высотах. Летные испытания сейчас проходят два лайнера, а на Иркутском авиазаводе строят еще три.